Всем привет! Вы на канале Левов Михаил. Точнее, Hot Wheels Михаила Фадей. И у нас BMW. Вот такой вот серый салон. Присутствует у нас даже 4 педали. Коробка передач. Ну, в общем, все круто. Присутствуют дверные карты, зеркала заднего вида на дверях. Присутствует отдельная оптика. Значок BMW. BMW M3 купе. Все круто. Автомобиль заправляется справа. Сзади присутствуют у нас отдельные пластиковые стоп-сигналы. На багажнике все значки, все педали. 4 выхлопа. Да, мальчишки, девчонки, дяди, тети, ставьте лайки, пишите комменты. У кого есть такой в коллекции? Стоп-сигнал присутствует на заднем лобовом стекле, как и переднее. Лобовое стекло не присутствует в зеркало в салоне. Дворники вылиты вместе с лобовым стеклом. Ну вот есть у меня такой же, только в белом окрасе. Белый окрас. Все то же самое. На спецохах присутствуют штампы BMW. Логотипы. Запылились, лежали в коробке. Ну, не в такой коробке, а вот как по 12 машин коробка приходит. И они лежали в коробочке. Ну, ими играли. Они уже поцарапанные некоторые. Краска сбита. Да. Лайки, мальчишки, девчонки. На моторчике 2009 выпуска, масштаб 1.36. Ставьте лайки, у кого есть коллекции такие бэшки. Будьте с нами, как мы с вами. Вы на канале Hot Wheels Михаил и Фадей. Лайкосики с вас, девчонки и мальчишки, дяди и тети. Всем коллекционерам всего мира привет. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.